И я считаю, что то, что сейчас мы сделаем, это не пиар-акция, это дело добровольное. Мы определились с вами, что это сделают только те, кто имеет такую возможность и хочет это сделать. И я хотел бы призвать всех николаевцев, у которых есть такая возможность, приобрести облигации для помощи вооруженным силам. В принципе, это не новая форма работы. Она достаточно часто применялась в советское время. Я помню облигации 3% займа, которые лежали у моих родителей достаточно долгое время. Они даже погашались и имели какие-то дивиденды и прибыль. Но дело не в этом. Основу составляет то, что мы должны приобрести их для того, чтобы своим примером показать то, что вооруженным силам нужна серьезная материальная поддержка. Поэтому я, с вашего позволения, тоже хочу приобрести, вручить вам деньги. Вы приобрели? Возьмите, пожалуйста. И сейчас подойдет депутат городского